Спорт – это жизнь, поэтому физические нагрузки – это залог долголетия. По поводу пользы спорта проводили много исследований, и все они доказали его эффективность. Так, например, швейцарские ученые на протяжении 18 лет исследовали людей в возрасте от 75 лет. Максимум прожили те, кто вел активный образ жизни и не курил. Молодильные яблоки и правда существуют, и это самые обыкновенные яблоки. Врачи говорят то, что в день их нужно съедать хотя бы несколько штук, и тогда продолжительность жизни и правда увеличится. Секрет долголетия относится к многим продуктам, в частности для нашей полосы характерно употребление яблок в свежем виде, которые содержат большое количество витаминов, пектинов, очень полезный продукт, содержащий кальций, это продлевает жизнь наших костей. Продукты, богатые железом, это гречка, это говядина, говяжья печень. Ну а лучше всего секрет долголетия знает тот, кто прожил больше века. Евдокия Евдокимовна, вам сейчас 100 лет. Скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего долголетия? Не знаю, наверное, в работе. Надо работать больше, в движении быть больше. И все на машине, все. Почему-то тут вот сколько, 10 шагов, ты боишься шагнуть, ноги болят. Смех и правда продлевает жизнь. Есть даже такое понятие, как смехотерапия. Оно появилось благодаря журналисту и преподавателю Норману Казинсу. Когда он заболел, врачи сказали, что у него только один шанс из 500 на выздоровление. Он решил лечить себя просмотром комедий. Когда их смотрел, смеялся по 5 часов в день. Выздоровел через несколько месяцев. Потом про него говорили: человек, рассмешивший смерть. И вот недавно буквально на медне прочел книгу Юрия Никулина, почти серьезно. Да, такое слово знаю. И там он тоже писал то, что вот, и он тоже был в этом уверен, то, что смех продлевает жизнь, да. Умственная активность точно так же, как и физическая, продлевает жизнь. Ведь старение наступает тогда, когда умирают нейроны, клетки мозга. Поэтому решение задач или, например, кроссвордов, таких как судоку, продлевает жизнь. Людмила Кузнецова, Алексей Чудин, новости, Телеобъектив.